Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре будет новая бетка игры Apex Legends Mobile. Мне еще утром пришло уведомление о том, что игру можно скачать. Я, помните, регистрировал новый аккаунт в Индии, чтобы скачать данную игру. Так вот, скачал я через Play Market и не мог зайти. Постоянно вылазили какие-то ошибки у меня. Я вообще не знал, что делать, я хотел утром заснять и показать вам новую бетку, и только сейчас, вот спустя 4 часа, я записываю обзор на эту бетку. Сейчас, ребята, все более подробно вам расскажу, что я сделал и в чем была проблема. Главное меню, блин, как же я все-таки хочу, чтобы эта игра уже поскорее вышла в релиз, без этого всего, эти бетки, не бетки, VPN, не VPN, просто чтобы играть нормально. А не вот это вот все. Так, настройки. Так, я, конечно, очень рад, что я все-таки смог запустить ее еще раз. И думаю, что последующие ролики тоже буду снимать по этой игре. Так, будем смотреть, потому что в предыдущем обзоре мы толком с вами не смотрели на это все. Поэтому сейчас мы с вами будем более подробно разбираться. Так, различные персонажи. Так, очень хорошо, доступно пока что 3. Выходим назад, арсенал, посмотрим на оружие. Блин, все-таки бетка, а оружия очень много. Респект. Только вот не респект за то, что бета-тесты эти идут, а хода релиз, релиз. Так, ну что, забираем награду? Конечно же. Так, режимы игры. Пока что только вот, королевская битва, да? Ага. Так, а что еще можно посмотреть, пока есть такая возможность? Ну что, погнали, нажимаем на play, идет поиск игры, и как вы уже поняли, я захожу в эту игру с VPN. Можете использовать любой VPN, где есть сервер Индия, это очень важно. Я пробовал американский, китайский, японский, вот честно, ребята, говорю, у меня специально есть приложение VPN, там все сервера, короче, открыты. Но не было Индии, я вот Америку все-все-все начал тестировать, ну, чтобы зайти в эту игру. И не могу, просто тупо игра не дает мне запустить эту игрушку. Я думаю, да что ж это такое, раньше же было с первого раза. Даже без VPN залетал в игру и играл. Ну, как видите, разработчики сейчас очень, серьезно начали работать над этой игрой, чтобы игроки играли только с Индии. Поэтому такие вот у нас проблемки получаются. Так, ну мы ждем и сейчас полетим, да, блин, играю, получилось. А теперь расскажу, как я сделал. Короче, я скачал ее все-таки через Play Market. Эти APK и кэши можете скачать, если что, я чуть позже вам оставлю ссылочки в описании, пока что будет в описании только через Play Market. Если кто не знает, как скачать через Play Market, просто-напросто создайте новый аккаунт в Play Market, потом на сайте google.pay вы меняете свою... получается платежный адрес, ставите Индия, потом у вас игра доступна в Play Market и играете. Ну, конечно, сразу не зайдете. Авторизация происходит только через EA аккаунт, это разработчиков, да? EA Sports, вот это есть же, это, короче, авторизация только через них происходит. Через Google Play, либо же через как гостевой аккаунт, мы не можем просто-напросто зайти в игру Apex Legends Mobile. Поэтому происходит авторизация через EA. Вы думаете, я смог зарегистрироваться там? Нифига, я не смог там зарегистрироваться. Какая-то копча вылазила, вот это, я не мог решить там. Я решал все верно, но потом происходило, короче, типа, подождите, мы работаем, сейчас мы все проверим, и потом вы уже будете все, ну, нормально играть. Я ждал 15 минут, пока он проверит мою эту копчу. Там надо было решить вот эти кубики, я, в общем, все решил правильно, даже калькулятор использовал. Но нифига, я ждал, и ничего не получилось. Потом просто возвращаемся с вами назад... И получается то, что игра сама запускается. Нажимаем на гостевой аккаунт, и мы запускаем эту игру типа через EA аккаунт. Но на самом деле мы заходим как гостевой. Это такой баг, что ли? Я сам его только что узнал. Еще об этом никто не говорил, вот только сам додумался и понял, короче. Это что-то. Переключаемся на вид от первого лица, потому что так очень реалистично садится пушки. Пушек у меня пока что нету.
Так, ну все-таки от третьего побегаю. Хочу от третьего. Смотрите на детализацию автомобиля. Это прям что-то. Детализация всего, в принципе, здесь очень ужасная. Так, меня мочат. Подкат, убегаем. Быстрее. Нам нужно куда-то с вами спрятаться, либо же найти оружие, чтобы воевать с ними. Ну, пока что у меня нету ничего. Так, жизни, блин. Надо искать. Сейчас найдем, ребята. Даже вот посмотрите на правый нижний угол, если вы увидите, то там написано бета-тест. Бета-тестинг. Бета-тест игры. Так, у меня еще и зарядка маленькая, и еще и пинг высокий. Но я все-таки использую этот гребаный VPN. Так, я бегу. О, понятно. Что здесь такое? Что есть? Что есть интересного? Так, смотрите, что мы делаем. Мы ее взорвали, да? Или типа в нее просто тупо стрельнули. Так, у меня есть же эти ракетки, но получается, я не могу их сразу использовать, только через какое-то определенное количество времени. Но все же давайте посмотрим на настройки еще внимательно и думаю, что возможно здесь и где-то мы с вами и сможем поставить высокую графику. И даже в предыдущем обзоре я смотрел и я не находил графику, и все тоже говорили, типа, где выбор графики, и ее просто тупо сейчас нету, поэтому смысла нету искать, да, мы все так прекрасно знаем, что пока что графики нету здесь. Поэтому сами. Так, да, я просто до сих пор еще не знаю, что вам такое сказать, потому что, ну, блин, реально мучился, искал, конечно же, ну, точнее, все сделал, и сейчас записываю для вас обзорчик этой новой бетки Apex Legends Mobile. Все то же самое, ребята, на любителя, потому что... Так, это что такое лежит? Это что такое? А, трава, я думал, пушка какая-то валяется. Здесь, конечно, не как в папке, а вот. Вот, ребята, вот все мы с вами и нашли. Все, собираем, а то я 3 часа уже бегаю и ищу здесь, ничего найти не могу. А теперь вид от первого лица, вот. Вот что мне надо, отлично, посмотрите. Блин, все, крутяк. Взял телефон поудобнее, сейчас начнется война. Вау, вот это снайперка, ее красота. Так, ты что делаешь? Тоще. Ай-яй-яй, красота, ребята. По сути, красота. Хоть даже и такая мыльная графика, но все же, блин, это четко играть в Apex Legends Mobile на своем телефоне. Я респектую, конечно, но все же есть недоработки с этими бетами. Поэтому только индейцы могут поиграть, и еще филиппинцы, да, могут поиграть. А мы что? Мы ждем релиза. А сколько его ждать-то? Я уже, если честно, устал эти смотреть скриншоты, эти новости смотреть. Я хочу уже играть постоянно. Поэтому, ребята, надеюсь, вы тоже играете и ждете вместе со мной релиза данной игры Apex Legends Mobile. Я еще немножко путаюсь, но, блин, вообще это, знаете, не запланированный ролик. У меня просто получилось ее запустить, и я сразу выбежал и побежал в комнату, чтобы записывать для вас. Так, ну, это оружие нифиговое, поэтому... Блин, а смотрите, в чем прикол. Если я вот нажимаю стрелять, я не могу сразу пальцем вертеть, и чтобы... Так, почему? Почему так нельзя? Если я нажимаю на кнопочку, то я уже не могу двигать камеры. У меня только джойстик работает. Это очень плохо, по сути, неудобно так сделано. Но все-таки бета, ребята, не забываем. Так, а что с пистолетом? Давайте протестим пестик. Так, отлично, подбегаем. Это не такой простой пестик, это прям пестик-автоматик. Так, он, смотрите, согнулся, типа о том, что просит помощи, можно его добить. А, вох, нифига себе. Смотрите, добивание вот так выглядит. Вау! Ай, я что, ему помог, что ли, или что? А, нет, нифига себе, это ракеты повылетали, посмотрите. А что они не взрываются? Давайте взрывать. Но он пытается убежать. Давайте что-нибудь еще ему сделаем. Пока у нас есть такая возможность, немножко поиздеваемся. Так, ну все-таки, другой уже добил его. Здесь у нас появляется такой вот сундучок. Давайте сразу посмотрим, что там. И сразу, естественно, это все соберем. Ну а также, ребята, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал и напишите крутой комментарий, чтобы я поставил вам лайк. В общем, все будет в описании, также пишите комментарии, я буду отвечать по поводу этой игры, если какие-то проблемы, если что-то не то, то отвечу. Ну на этом все, и всем спасибо за просмотр, до скорых встреч и пока.